площадке проходила олимпийская квалификация этого лета. И Хизони был одним из самых таких активных игроков этой команды. Он не только результатом, мне кажется, и своей игрой не могли они поделить мяч. И, скажем так, выглядел он не очень. Да, тоже по-моему, Монако, правда, еще без Майка Джеймса. До того, как... В форме к первому матчу. А первый матч Лиги ВТБ состоится Лиги АСБ, по-моему, в 2014 году. Ну, не важно. Короче, с большим игротским и не выигрывал пока Евролигу, но, скажем так, не так уж много тренеров выигрывали Евролигу. Да, это правда. Бу своему товарищу и конкуренту по сборной Зубкову проиграл. Все-таки Зубков в углу по нитке. По нитку поляк не главное его оружие трехочковое. Он как раз это сейчас и продемонстрировал. На Пьер. Ух, какая работа! Ух, какая работа! Но в этот раз мимо. Лоренцо Браун хорошие матчи проводил за Фенер в том году, в прошлом сезоне. Был заметен. Интересная история про Лоренцо Брауна, ведь он не в первый раз с Униксом устанавливал это отношение. Мы практически этого не помним. В 2016 году Уникс собирался, тоже шел в Евролигу, с Евгением Пашутиным был тренером. Они подписали с ним, расторгнут, аннулирован, и он отправился путешествовать и в Китае, поиграл и в Джеф, в Цервине Звезде и в Фенере. И на хороший очень уровень вышел именно по уровню Евролиги. Но вот хотя в той же Евролиге им стартовать и еще... И опять Джордан Микки. Хорошо, старается. Вот, отлично. Ох! Браво! Вот это новый «Зенит». Вот это был, по-моему, первый отрыв. Вот на коротке, нет, на второй. Коротке прямо сыграл здесь на Пьер, да. Он... И такая рискованная передача была. У него скорость мышления, вот это вот, она на совершенно другом уровне. Ему очень комфортно вот здесь, посмотрите, да. Ну, кстати, потеря опять от Сисочно так и застопорилась атака после того, когда Джейкири получил мяч, и он вынужден был атаковать. Время уже уходило. Это провокация. Собственно, стартовый состав. И это пятерка, которая может очень интересно друг друга. Да. И с мощью тоже у них было бы. Надо сказать, что вот явно по летней работе Пойтрос тоже. И вот это есть у меня в арсенале. Вам, в общем, нужно тоже за этим следить и это учитывать. Она, может быть, даже поторопился, но это типично американская манера. В принципе, имел право на такой бросок. Я не думаю, что Пирасович будет недоволен, если такие атаки будут в раннем нападении. Что еще лучше? Какой сайдстеп! Вот я имею в виду, где вот пять команд просто бьются друг с другом и отнимают друг другу очки. Это Испания, это... Напьер! Вот, да, он у нас именно здесь, и посмотрите. Или фолл-регол, что-то там уже отвечает. Посмотрите, он из вот такой вот двойной опеки, он вырывает, приехал в гости. Я что-то перепутал, он уже никого здесь не тренирует. Нет, он как раз он до этого мы увлекшись. Они не знали, что мы на них смотрим. Смотреть, как это уже стало так законом, тогда, когда игроки или тренеры, и публичные люди. Пошел обыгрывать Джордан Микки, но Джон Браун лучший защищающийся игрок прошлого чемпионата. Джейкери хорошо здесь помог. И такой навесик. Вот Эл Ллойд очень на нем плотно висит. И посмотрите, без фала отбился. Напьер этого так и ждал. А вот это быстрое... Сам, похоже, Джордан Микки забросил мяч в свое кольцо. Да. В противоборстве против Брауна. Но это заслуга Брауна, конечно. Привычка. Интересно за ним наблюдать. На самом деле за всеми большими тренерами, согласитесь. Мой любимый. И умение, и психология, все что угодно. Отдыхал в прошлом сезоне Желька, в этом году... Больше видения, мне кажется, ему надо, как крайнему нападающему. Бывают такие у него моменты. Хороший пас от понитки. Ну, тут, конечно, высокого класса игроки задней линии у «Зенита», но Спису защиту уступает. И Джейкери... Он не может подавить. Помним его и потери тоже. Спису пока в этой игре, во всяком случае. У них все нужно опять внимательно защищаться. Наверху Зубков. Хорошо, Зайцев в защите сейчас. Время убили много своей защитой. И знаете что, Сергей Николаевич? Напьер. Ух, и еще один степ-бэк. Да нет, это было бы уже просто издевательством каким-то, но посмотрите, как доминирует.
И минуты, наверное, будет не те получать. Возможно. Я, конечно, желаю ему всяческой удачи. Симпатичный парень и хороший парень, игрок. Но это вот очень сложно для снайпера, для бросающего игрока. Движение большей части игры. Но интересно наблюдать, что Уникс, казанская команда, постоянно возвращается. То есть они не дают оторваться Зениту. То ли Панитка, Напьер и Пойтрос, сильнейший вот этот вот стартовый состав. Правда, у меня, опять же, сегодня нет Гудайтиса. Так получается, что на позицию вот этого большого доминирующего. Если бы остроумная, я бы так сказал, задумка, но не сработала передача от Воронцевича. И вот на самом деле сейчас, видите, полторы минуты до конца, Напьер, кстати, на ладно. Когда ты вот так вот реализуешь, даже.